Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Рады вас видеть. Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил персональное поздравление президента химчанки Нине Максимовне Ивановой. Ветеран Отечественной войны, труженица тыла, Нина Максимовна живет в Химках уже 60 лет. Воспитала 5 детей. Большую часть жизни работала пекарем. Недавно ей исполнилось 90 лет. Благ, что все у вас было хорошо. Вам благодарю. Всех поздравляю. Я помню, до 115 мы договорились. Да, минимум. В настоящий момент в городском округе проживает 900 ветеранов войны. Многим из них более 90 лет. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей. Бригадир,